Так. Так, работаем, работаем. Пролезь. Хоп. Хоп, пролезь. Ты все равно.
Полезли, повернулись. Оп. Григорий, аккуратно. Хорошо. Матея, сейчас первый номер ложится на живот. Второй делает страховку назад через партнера. Страховку назад. Вот. Вот так. Вот. Или вы как вам делаете? Вот так. Один молодец. Пошли его ног. Двое. Три. Пошли по отру. Кирич. Пошли. Сейчас посмотрим, как же круто будет делать. Давай, 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 давай. Ложись, ложись, пошли. Давай, давай, пошли. Давай, давай, пошли. Уно. Два. Давай, давай, давай. Три. Семя. Четыре. Пять. Семь, восемь, девять, Матея, молодцы. Так, теперь партнер. Партнер становится низко, вот так. А второй прыгает и меняется. И через партнера. И меняемся. Чем ближе ты становишься, тем лучше жена делает. Нет, она так не сможет. Ты ниже, только не учишься. Ты можешь делать выше. Чуть-чуть. Хорошо, Матея. Сейчас берёмся за руки. Занимаем. Поворачиваемся. Ручки в сус. И наклоны стынга. Дряпки. Пошли. Уно. Двое. Три. Патру. Уно. Двое. Три. Патру. Уно. Двое. Три. Патру. Уно. Двое. Три. Патру. Так, а теперь берем друг друга за локти. Кот. Третий кот. И ашизе. Ашизе. Спиной. 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 И приседаем. Стоп. Теперь так. Первый номер ложится на живот. Поняла пузо. Жасмина, Мишаэль, Мишаэль, Алис, Капа Ильич, Михаила, голова сюда, ножка туда. Вы, да, у вас то же самое. И Вика делает три кувырка через нее. Уну, двое, три, и меняется. Кувырок, растопили и на Ике. Стоп, стоп. Да. Хорошо, галерина идти. Пошли. Тревой. Баскетбол. Пошли. Оно. Двое. Три.
Патрон. Чич. Так. Шапка. Меняемся. Двой. Три. Две. Так. Чтобы... Эй! Стоп! Посмотрите внимательно. Вы подходите. Подходите через партнера и садитесь коленями на него. Стойте прямо, наклонитесь вперед чуть-чуть. Чуть-чуть. Колени должны быть, ноги прямые. И делайте кувырок, чтобы колени не упирались. Так. Сейчас. Ложись. Скунь, да. Вот так. Да. Смотрите внимательно. Не сюда садимся, руки. Не сюда садимся, вот сюда садимся. То есть что я делаю? Я делаю вверх вот, и делаю заковку назад. Пошли. На партнера. На партнера не садимся. Пошли. Заковка. Вот. Молодец. Можно держаться вот здесь. Пожалуйста. Стоп, чтобы вам было легче. Партнер садится высокий, низкий партнер, низкий партнер. А вы держитесь с одной рукой или за пояс держитесь с одной рукой? За пояс, а другой страховку делаете. А что типа? Низкий партнер. Отлично. Вот, Вика молодец. Стоп, ноги. Молодец, Жустина. Тихо, покажи еще. Стоп. Поехали, смотрим. Покажи еще раз. Посмотрите, как тихо делает. О, видели? Вот так все делали. Пошли. Еще чуть еще. Жустина, в эту сторону. Иди сюда. Поменялись, смотри, бас. Да, вот так, да, вот так. Вика, ты как на живот? Я держу вот так на живот. Да, вот так. Хорошо, Матея. Колени. Все, я считаю, что ты живой. Пальчики размяли. Жену. Так. И отсюда асигурари на яйке. Асигурари на яйке. Пошли. Здесь вот. Уну. Дой. Трей. Патру. Чич. Шапте. Шапте. Оп. Ноу. Дети. Бини. Стали. Мальчики там построились, девочки здесь построились. Построились, не сели, так вот здесь построились. Вы вот здесь построились. Вот здесь построились. Значит так, здесь Жасмина проводила разминку, я ее не слышал и не видел. А делала все, делала и потом. Вы делали все, что делала Вика. Поэтому она получает 3. Значит, здесь Михаила делала. Делала хорошо, молодец, тоже получает 3. Мальчики, я вас так и не понял. Кто у вас начальник, кто не начальник. Вдвоем надо было проводить по очереди. Договориться надо было. Мальчики, губы туда сели, ушли сели. Петя, уходи сюда. Еще дальше, Григорий. Григорий, что дальше осталось? Мальчики встали, девочки сели.
стоит. Уру дует три, шизатку. Ко мне. Кто болеет? Вадим, подойди ко мне, пожалуйста. А то он больной, понимаешь, он больной. Значит, еще раз. Сейчас вы повторяете. Арункари на пой, арункари на инке, по моей команде. После этого мы будем. Еще раз. Значит, вы прекрасно знаете, нет, я сначала беру. Я беру захват повыше. Так, Кристиан. И есть несколько вариантов. Первый вариант, вы делаете шаг и делаете подножку. Он встает. Вы берете, посмотрите внимательно, смотрите, пожалуйста. Есть захват спинка, есть захват дряхи. Вот. Раз захват и два захвата. И вот вы с этих захватов каждый раз делаете в одну сторону бросок, в другую. Опять делаем шаг. Шаг. Прижимаем его оп, держим, видите, за шею. А сюда он, видите, как плохо падает. Сюда он великолепно упал. А сюда плохо. Почему? Потому что мы не бросаем. То есть я, например, он борется в правой стойке. Я в правой, правой, правой. И когда кто-то в левый бросает, уже тяжело падает. Поэтому мы должны делать в одну сторону и в другую. Вот я взял захват, сделал шаг. Посмотрите, прижал и держу шею, голову. А когда бросок выйдет, он плохо руку ставит. Ну ничего, пару раз упадет и будет хорошо. А в эту сторону, то есть я уже меняю, простая спинка, дряб. Еще раз, посмотрите, не стойте прямо. Вы пришли на борьбу. Если гимнастика, то же наоборот стоять прямо. И если вы станете вот так ноги поставите, вот так вам линеечки по ногам. Да, правильно, это гимнастика, это заставляет. Не понимают здесь головка, значит, пойдет попа. Попа все понимает. Раз отсюда движение. Раз, хоп, бросок. Видите, как сюда он хорошо падает? Поэтому придерживайте партнера. Мы на шипы. Встали. Пожалуйста, туда. Так, Вика, иди сюда, Григорий. Аич. Теперь смотрите внимательно. Будем уже вы более-менее. Значит, группа немножко проводить соревнования. Я буду ставить вас не по весовым категориям, а то, как борется. А то начну уже по весовым категориям, то может быть пригласить. Посмотреть, как другие борются. Или сходим, посмотрим. Вопросы есть ли? Нет. Нет. Не есть ли, да? Все. Значит, Викочка, вот ты сюда, пожалуйста. Григорий, сюда. И еще одна. Ставь сюда, пожалуйста. И еще одно. Есть у нас ребята, ну, которые живут в борьбу, стараются бороться везде-везде. То есть, конечно, я их люблю больше. И такие будут только бросать, они не будут падать. Будут здесь бросать, будут здесь бросать, здесь бросать, здесь бросать. Те, которые пропускают много, болеют, ну, будут больше падать. Все равно потом они убегут. Так что пусто падаются. Так, Вадим, бери Кристиана. А, подожди, а почему у нас так получилось? А, нет. Аич. Так. Нет. Жасмина? Аделина? Аделина, возьми его. Вот, спасибо. Я тебе, я вам даю вон целый ковер. Вон туда, пожалуйста. Заднюю подножку ты делаешь. Я скажу, когда. И девочки, вы вдвоем, вы вдвоем. Жасмина Михайлович. Вот, здесь. Прошу. А вас прошу, девчонки, вот здесь. Так, вас прошу делать вот здесь. Не здесь, а вот где-то здесь. Итак, Вика начинает. Вадим.